Всем привет! Небольшие хорошие новости о гормоне роста. Значит, мы изменяем немного линейку Нордекса и начинаем производить ее в картриджах. И по цене я могу обрадовать, значит, любителей гормона роста, тех, кто уже на него подсел, те, кто собирается еще только начать его использовать, цена будет пониже. Значит, если раньше 100 единиц я продвигал за 4800 рублей, то сейчас это выйдет 90 единиц, ну, 3 картриджа по 30 единиц, выйдет в 4500. Ну, для кого-то, конечно, это копейки, но я повторюсь, у нас лифтерский спорт очень нищий. И немножко истории, для чего все-таки это делается. Значит, у Nordex когда-то сильно подмочили репутацию конкуренты. Причем конкуренты, как это часто бывает, из этой же компании, которые реализовывали, представители, которые продавали, продвигали этот Nordex на рынке, они решили, как это часто бывает, открыть собственный бизнес, но и не нашли ничего лучше, как сначала засрать Nordex, то есть стали выпускать пустышки, а потом выдвинули свою линейку и сказали: вот, смотрите, Nordex совсем плохой стал, давайте брать лучше у нас. Тем более, что клиентская база у них уже была. Поэтому Nordex пришлось сначала изменить название Nordex Somatotropin. К слову, Somatotropin — это самое первое название. Это когда-то еще в 90-х годах был Кауновский фармзавод, который производил Somatotropin. Он тогда был настоящий. Его делали из вытяжки, вытяжку делали из гипофиза мертвого человека. Потом в конце 90-х, начале нулевых у нас получилось Джентропин появился, китайский, вышел на рынок. Так что вот это название сейчас просто вернулось, и к Нордексу прилепили Somatotropin просто для того, чтобы объяснить, что это не тот Нордекс, который конкуренты испортили репутацию, подмочили репутацию. Так что вот такой брутальный вид прям в картриджах. Единственное, что нужно будет покупать многоразовую ручку, она стоит 1200 рублей, но если вдруг кому-то ручка не нужна, вы можете, как и по старинке, пользоваться инсулиновыми шприцами. Вот все, вот это новости последние о гормоне роста. Всем пока.